Nidraya Hriyatanaktam Bhavaye Nachabhavayo Divacha Artehaya Rajan Kutumba Bharani Nova Nidraya Hriyatanaktam Bhavaye Nachabhavayo Divacha Artehaya Rajan Kutumba Bharani Nova Gauriya Goshtipati. Gauriya Goshtipati, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, куда мы отправимся после смерти? Куда нам, где мы окажемся после смерти? Пока мы живем в материальном мире, мы должны об этом задуматься. Как долго мы будем оставаться здесь, и что произойдет с нами после того, как мы оставим его? Мы должны задуматься о вечной жизни. Не просто задуматься, а постоянно об этом помнить и размышлять. Пока мы в этом теле, мы должны постоянно размышлять над тем, что произойдет с нами в будущем. И куда мы отправимся после смерти. Обусловленная душа всегда занята наслаждением своих чувств. Ночью вы спите. По сколько часов? Кто-то по 8, кто-то по 6. Таким образом, сон отнимает у нас в среднем 8 часов. Днем мы заняты зарабатыванием денег, заняты работой. Это берет около 12 часов, потому что необходимо еще добраться до работы, потом с работы доехать до дома. Все оставшееся время вы посвящаете своим друзьям, детям, жене. И если подсчитать, предположим, моя жизнь продлится 80 лет. Сколько из этого выделенного мне временем я уделяю своей душе? Атма-таттве. На самом деле, прежде всего, наша первостепенная задача — уделять внимание нашей атме. Да, у вас могут быть какие-то обязанности по отношению к другим. Вы должны их исполнять, однако главной вашей обязанностью является осознание своей души. Бхактивинода Тхакур пишет в своем киртане: в детстве нас балуют родители, родственники. Когда мы подрастаем, мы как и в детстве, заняты внешними материальными вещами. И в каждом возрасте свои задачи. Так уходит время. Уходит время, и его не хватает на то, чтобы мы могли задуматься о душе. И к концу жизни возникает вопрос, сколько я посвятил времени Бхагавану. У меня
полно задач по жизни. Я должен сделать так много дел, но самое главное — это осознание своей души. Но помимо атма-таттва-вид, никто это осознать не может. Никто не понимает, что этот мир полон майи, что все, что происходит с вами, не имеет никакого значения в этом мире, не имеет никакого значения. Все, ничто в этом мире не имеет значения, кроме атма-таттва, кроме атмы. Наша жизнь подобна сну. Вспомните историю Видури Махараджа. Видури Махарадж — выдающийся атма-таттва-вид. Дурьотхана прилюдно оскорбил его, назвал Даси-путра, то есть сыном служанки, и сказал, кто позволил ему войти в наше собрание, выбросьте его отсюда, вышвырните его отсюда. Но Видури Махарадж за всю свою жизнь не совершил ни единой ошибки. Он давал мудрейшие советы и наставления окружающим. Таким образом, он был великим преданным, а Дурьотхана оскорбил его. Совершенно незаслуженно. Время расставляет все на свои места. С течением времени царь может стать нищим, а нищий царем. Наблюдая за материальным миром, за его временной природой, помните о своей душе, помните о том, что никто, кроме атма-таттва-вид, не обладает стабильностью ума. Сейчас вы находитесь в обусловленном состоянии. Порой ваше сознание такое, что вы будто бы спите. Будто бы наблюдаете, смотрите сон, видите сон. Майя полностью взяла контроль над вами, над вашим умом, чувствами. Однако, если вы сможете выйти за пределы влияния майи, вы обретете стабильное состояние ума, каким обладает настоящий таттва-вид. Вы можете задать мне вопрос. У вас может появиться вопрос. Если атма вечна, то кто же чувствует боль и наслаждение, если наш интеллект
разум материален, наше тело материально, наш ум материальный, точно так же, как эго, так тоже чувствует. Без четана, без сознания не могут возникнуть ощущения. Чувствовать природа четана, природа это не, то есть материальный разум, ум не могут чувствовать, только атма чувствует. Она может. Испытывать боль или наслаждение. Поскольку атма находится в нашем теле, вы испытываете те или иные чувства. Но напрямую это происходит не напрямую. Это можно сравнить со сном. Если вам снится, что кто-то убил вас, через какое-то время, ну, то есть вы это видите и можете даже переживать это как наяву, но ваше тело не страдает от этого, ваше физическое тело в целости и сохранности. Предположим, кому-то снится, что он варит сладкий рис. Не сравнивайте это с историей Рагунатха Даса Госвами. Рагунатха Дас Госвами достиг высочайшего уровня, когда он, когда то, что он представлял, то, на что он медитировал, проявлялось вживую. Когда Рагунатха Дас Госай совершал служение в уме, оно проявлялось даже на физическом уровне. Проявлялось в реальности. Но это происходит только потому, что его ум трансцендентен. Сейчас мы говорим о другом. Так вот, если кому-то снится, что он варит сладкий рис, сварил, поел, но продукты, которые, из которых состоит парамания, в реальности не существует. Несмотря на то, что вы видели, то есть вы сами действовали во сне, вы варили парамания. Ингредиентов не существует. Бхагаван говорит, если человек осознает, что в материальном мире нет реальности, он иллюзорен, то есть нет реальности, какой дурак будет гнаться за благами, которые предлагает материальный мир? То есть, когда мы в пустыне, нам видятся миражи. Но поскольку мы верим, что вода где-то впереди, мы бежим за ней. Но если бы было четкое понимание того, что там нет воды, разве мы побежали бы в том направлении? Нет. Итак, именно сварупа гьяна помогает нам понять, что бессмысленно искать наслаждение в материальном мире. Понимание того, что если я совершу определенное действие, а за ним последует боль, это действие лучше не совершать. Только сварупа гьяна способна остановить нас от погони за чувственными наслаждениями. Chetan, if chetan vastu is not there,
Итак, если бы Четан-васту не присутствовал в теле, мы не смогли бы испытывать то или иное чувство. Если бы в теле не было души, мы не могли бы что-либо чувствовать. Все наши органы чувств испытывают те или иные чувства. Наши глаза любят смотреть на красивые вещи, уши, слушать разные звуки. То есть каждый из наших органов чувств стремятся удовлетворять себя по-разному. Существует 5 тонких органов чувств. И они постоянно толкают меня на поиски наслаждений. Кто устраивает это? Это происходит под руководством 3 гун материальной природы. Раджа-гуна, тама-гуна и сатва-гуна. Проблема в том, что мы забываем о том, что при помощи ложных чувств невозможно достигнуть вечное благо и настоящее наслаждение. Поэтому мама Копилджи Девахути плачет и говорит своему сыну, хотя она не называет его сын. Она говорит, я отчаялась. Всю свою жизнь я пыталась насладить свои органы чувств. Но все это бессмысленно. Я думала, что если я буду удовлетворять каждый из своих органов чувств, наступит момент, когда они скажут мне, достаточно сейчас, мы удовлетворены. Но этого момента так и не произошло. Что ты хочешь? Хочу мясо, хочу вина, кричит нам наше тело. Хочу слушать нехорошие вещи. Но что теперь произошло со мной, говорит Девахути? Я в плачевнейшем состоянии. Мое состояние ума, то есть мое сознание очень сильно деградировало. Кто же поможет мне, кто спасет меня? Что будет со мной теперь? Шрила Бхактивалабха Тиртха Госвами Махарадж много раз очень громко говорил о том, что без осознания любые наши действия бессмысленны. Девахути в отчаянии. Она говорит, что я не знаю, что теперь будет со мной, и я не способна как-то изменить ситуацию. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве,
Если человек сможет осознать природу наслаждений, он тут же в них разочаруется. Но, к сожалению, это возможно лишь для осознавших себя душ, поскольку их сознание настолько возвышено, что они видят вещи таким, какие они есть, и никогда не принимают наслаждение в свою жизнь, поскольку знают, что это ловушка майя. Бхагаван Шри Кришна говорит, что гьяни бхакты всегда думают о Брахме, медитируют на Брахму. И медитация их такова, что порой они достигают своей высшей цели, когда они обретают единение с Брахмой. Ни в Упанишадах, ни в Ведах, ни в Бхагаватам, ни в одних из шастр не говорится о том, что все-таки это возможно. То есть ни одна из шастр не принимает этот путь. Однако они вырывают из контекста определенные слова, отдельные слова, которыми оправдывают свою теорию. Во всей Гите вы не найдете ни слова о безличном Брахмане. Однако они находят отдельные слова, которыми доказывают обратное. Что означает Брахма Будха? Брахма Будто, Будда, Будхо. То есть в этих словах речь идет не о том, чтобы слиться с Брахмой, стать Брахмой. А говорится, что Атма обладает теми же качествами, что сам Брахма. То есть речь идет о личностном аспекте. Однажды преданные из Панджаба задали мне вопрос. По милости Бхагавана я давал харикатху, и сейчас в моей жизни много проверок Бхагавана. Так вот, с 8 до 10 я давал харикатху. Преданные собирались, и я говорил, однажды преданные задали вопрос. Бхагаватам говорится, спросили они. Бхагаватам приводится этот стих. Я объяснил этот стих так, как его объяснял Шрила Прабхупад. И все, что говорил Шрила Прабхупад, совершенно. Я вслепую принимаю каждое слово, сказанное Шрилой Прабхупадой.
Точно так же, как Шри Сиддхар Госвами Махарадж, Кешава Госвами Махарадж, то есть те, кто в полной линии, то есть полностью следует Шриле Прабхупаде. Если кто-то не следует Шриле Прабхупаде, я с полным почтением отношусь к ним, однако я нахожу ошибки совершенно ими, могу указать на них. Что, то есть каковы заключительные слова Прабхупады? В комментарии к этому стиху он объясняет, что такое настоящая кайвалья, достигнуть лотосные стопы Шри Кришны. То есть что есть настоящее освобождение? То есть даже те, кто уже достигли кайвалии, могут пасть. Но те, кто достигли подлинной кайвалии, то есть лотосных стоп Шри Кришны, не падут никогда. Майявади не принимают служение лотосным стопам Бхагавана из-за своего эго, раздутого эго. И таким образом, следуя их пути, они тратят, прилагают неимоверные усилия для того, чтобы достигнуть совершенства, и даже если они достигают его, то в любой момент они могут пасть. Итак, Прабхупада объясняет этот стих. Объясняет, что кайвалья — это обрести служение лотосным стопам Шри Гопи и Шри Кришне. Точнее, обрести такой же бхакти, какими обладают гопи. Они забывают о себе, забывают обо всем, что связано, что не связано с Кришной. И помню только о служении ему. Радхарани и in front of Chaitanya Mahaprabhu, who is sitting himself, who is Radha and Krishna Sarman. Chaitanya Mahaprabhu — это объединенная инкарнация Радхи и Кришны. Он Расарадж Махабхав. И мы сейчас говорим о том моменте беседы Рай Рамананды и Махапрабху, когда он уже разоблачил его. Когда Махапрабху сознался в том, что он инкарнация Радхи и Кришны. Радхарани плачет и говорит Лалите Вишаке. Она переживает глубоко переживает разлуку с Кришной. Она говорит, я никогда не хотела наслаждаться Кришной. Я сама не прикладывала никаких усилий, чтобы полюбить его. Это
настолько спонтанно и естественно, что мне самой непонятно, как оно возникает во мне. Я никогда не посылала... посланников Кришне для того, чтобы устроить встречу. Точно так же, как и он не посылал. Все происходило естественно самим само собой. Ум Кришны и мой ум. Единое. Если яд попадет нам в пищу, мы сразу же умрем. Но если то же самое ядовитое вещество, растение, использовать в приготовлении аюрведического лекарства, то есть очень и очень долго обрабатывать его. На долгое время положить под землю 6-7-8 лет. То есть и он превратится в лекарство. Или, к примеру, гии. Если 200 лет хранить гии, то оно настолько обретает целебные свойства. Оно очень дорогое. Чем дольше хранится гии, тем оно ценнее. Оно становится необыкновенно мощным лекарством в аюрведе, аюрведическим лекарством. Это лекарство, которое готовится на основе ядовитого вещества, настолько сильно, что может спасти от смерти. Так вот, Радхарани говорит, мой ум и ум Кришны. Настолько тесно переплетен, будто бы кто-то его, то есть кто-то сделал это с ним, однако это произошло естественно. Никто не прикладывал к этому усилий. Кажется, будто бы мы одно тело, говорит Радхарани. Radharani and Govinda speaking. You think they are feeling attraction because one is man, hero and hero. Not that. Not like material hero and hero. Radharani speaking. Нам кажется, что Радхарани испытывает влечение к Кришне, а он к ней, потому что они как, то есть они девушка и юноша. Но, конечно же, это не так, поскольку они трансцендентны. Можно подумать, что то, что происходит в материальном мире в отношении мужчины и женщины, отражает отношение Радхи и Кришны. Но это совершенно не так. Это абсолютно противоположные явления. Если мы начнем думать о каком-то предмете вновь и вновь, у нас может, то есть у нас его нет. Ну, например, вы всего раз увидели какой-то предмет, какой-то объект, что-то увидели, и вам хочется этим завладеть.
So you are not in front of that object, but object is there exactly. То есть вы всего один раз видели что-то и теперь думаете об этом. Этот объект уже не с вами, но он в вашем уме. И это более опасно, чем если бы он находился рядом с вами. То есть если вас окружает что-то или кто-то, то есть какие-то прекрасные женщины окружают вас, в этом нет ничего страшного. Но что страшно, если вы, если они будут присутствовать в вашем уме? Когда появляются солнечные лучи, на них можно видеть бесчисленное количество парящей пыли, пылинок. Без солнечных лучей это увидеть невозможно, несмотря на то, что они точно так же парят вокруг. Точно так же в материальном мире бесчисленное количество, точно так же, как и в случае с этими пылинками, в материальном мире бесчисленное количество планет. Таким образом, в нашем уме может казаться, что ничего особо нет в уме, но если присмотреться, он полон бесчисленных мыслей, бесчисленных вещей. Так вот, встает вопрос, как же материя и сознание, то есть душа, читта, объединяются? Это можно сравнить с тем примером, который дает нам Шримати Радхарани, когда говорит о единении своего ума с умом Кришны. Мы не знаем, когда это произошло, когда наш ум объединился с Четан. Бхагаван говорит, в своем изначальном положении Дживатма должна служить мне. Сварупа Атма — это служение Бхагавану. Об этом и говорится в этой шлоке. Почувствуйте разницу между двумя этими вариациями. Никто из нашей Гуру Варги не проповедовал, не говорил, что джива является вечным, вечной бхактой. Она является... То есть имеется в виду вечным практикующим. Когда мы получим опыт общения с возвышенным преданным, мы почувствуем вкус к преданному служению. Я знаю об этом на своем собственном, я испытал это на своем собственном, в своей собственной жизни. Когда я пришел в мат, я видел, что все, мой Гуру Махарадж, казалось, что он не управляет матхом, казалось, он только сидит и повторяет. Он в то время уже не мог ровно сидеть, он, ему были необходимы подушки, потому что всю свою жизнь он
потому что всю свою жизнь он посвятил служению, он очень много писал. И то есть всю свою жизнь он был необычайно смиренен, и всю свою жизнь он проявлял смирение, и постепенно его спина обрела особую форму, то есть сгиб, что тоже показывало его смирение. Так вот, когда я пришел в Матх, Шрила Гурудев, казалось, не управлял особо Матхом, но все в Матхе, все служение в Матхе происходило очень слаженно. Точно так же каждый раз, когда я отлучался и на время и приезжал в Матх, я первым делом бежал в комнату Гуру Махараджа, и он всегда был рад видеть меня, а я был необычайно рад видеть его. Я никогда не видел подобной любви между отцом и сыном, сыном и матерью. То есть та любовь, которую я получил от Гуру Махараджа, не сравнится ни с чем, я никогда не забуду ее. То есть, казалось, он ничего особо не делал, но все были счастливы в его окружении. В Бхактисиддханта Синдху говорится, что это природа чистого преданного. Те, кто благоприятно расположены к вайшнавам, всегда испытывают счастье, когда соприкасаются с вайшнавом. Как это объяснить? Это объяснить невозможно. Одним своим присутствием очищает все общество. Он ничего не дает, но вы испытываете удовлетворение. Лишь потому, что находитесь рядом с ним. Кришна говорит, гьяни думают о моей брахма-сварупе. Ну, это неплохо, хотя бы они об этом думают. Хотя бы они думают об этом. Of course, they can give this facility. Because in Brahmadev, I can give you so many examples. In Varanasi, there is one Varanasi. Bhakta of Shankar Bhagavan. Жил один преданный Шанкар Бхагавана. Бхакта Шанкар Бхагавана. He used to из Махараштры. His own yoga, whatever. Он осуществлял, следовал определенной практике. Однажды полиция схватила его и взяли под стражу, посадили в тюрьму. Абсолютно... То есть совершенно на ровном месте они просто схватили его и посадили в тюрьму. Этот баба оказался за решеткой. Ранним утром они, то есть замок, то есть они, а он на самом деле был уже, ну, будто бы в отходе, то есть они его посадили в камеру, висел большой замок. С утра, когда полицейские проснулись, они увидели, что баба сидит снаружи камеры и совершает свою йогу. Замок висит на том же месте, закрытый. То есть поразительная вещь. Как так произошло? Потому что он смог принять очень маленькую форму и выйти за решетку, за пределы камеры. So you see, if at least they are going to think about Brahma. Итак, как минимум, at least we can say that not in touch with matter.
Такие люди хотя бы медитируют на Брахму. То есть, как минимум, они вышли из-под влияния Майи, выходят, или кто-то уже достиг в этом успеха. И материя уже не оказывает на них влияния. Но мои преданные, говорит Кришна, то есть сейчас речь шла о гьяне. Теперь Кришна говорит о своих преданных. Те, кто воспевает мою славу, повторяет святые имена, испытывают глубочайшее счастье от повествований о моей славе, повторяя мои святые имена, принимая прасад и так далее. И они совершенно забывают о материи и уже не испытывают влияния материи. Бхагаван говорит: «Удава, если ты будешь сражаться с материей, жизнь за жизнью, жизнь за жизнью, ты так и не достигнешь успеха. Чем больше ты будешь сопротивляться ей, тем сильнее она будет обнимать тебя. Постарайтесь сами. Постарайтесь, если вы будете сопротивляться материи, вы получите только больше трудностей». Таким образом, мы не должны испытывать ни влечения, ни отречения от материи. Таков девиз чистых преданных. Ни отвращение, ни привлечение. Прабхупа также часто говорил об этом. Почему, с чего это я должен ненавидеть женщин? Почему я не вижу, что они также получают милость Кришны? Это моя ошибка, мой недостаток. Так вот, прежде чем исправлять окружающих, я должен изменить себя, исправить себя. Почему я, глядя на женщин, не могу видеть в них проявление гопи или проявление супруги Господа? Прабхупада часто повторял: почему вы считаете, что именно материя доставляет вам трудности? Почему вы не воспринимаете материю, которая окружает вас, как объекты в Кришна-баджане, объекты для поклонения Кришне? Ваша жена, ваша дочь или дети, почему вы не задействуете их в служении Кришне? Просто задействуйте, и тогда вы выйдете из-под влияния Майи. Один из учеников, один из представителей, из великих представителей нашей Гуру Варги, Вайканас Госвами Махарадж, жевал пан еще до того, как он принял саньясу, до того, как он присоединился к движению Шрилы Прабхупады. Однажды Парикрама была в Годруме. Шрила Вайканас Махарадж плыл вместе с Прабхупадой в одной лодке. И Вайканас Махарадж должен был сплюнуть, поскольку в его рту был пан. И он плюнул. Я, к сожалению, прослушал в Сарасвате или в Гангу. И Прабхупада дал ему короткую харикатху. Ты плюнул в Брахманади. Это священная река, которую все мы почитаем. И сейчас мы идем на парикраму, поклоняясь этой реке.
И Силаваканас Махарадж тут же осознал, о, я совершил огромную ошибку. Он взял коробку, в которой, железную коробочку, в которой хранился обитель, и бросил ее в воду. Сказал, с этого момента я больше никогда не буду жевать пан. То есть посмотрите, какая решительность. Все-таки они переправлялись через Сарасвати. Our English people also, British people also, they used to take so many people, like costly for all. He is now almost going to submit, unto the lotus feet of Prabhupada, but not 100%. Prabhupada speaking, you cannot leave this habit of taking tobacco. Один преданный. I promise you, был заядлым курильщиком. И он уже практически был готов принять инициацию у Шрилы Прабхупады, но он никак не мог бросить курить. Шрила Прабхупада сказал, если надо, я предоставлю тебе самый дорогой табак. Но я прошу тебя сейчас, возьми и выброси сигареты, которые лежат в твоем кармане. Не выброси, а придай их Ганге. Потому что я бессилен. Но Кришна может сделать невозможное. Предайся ему и скажи ему о своей слабости. Я обещаю, что я прикажу одному севаку, чтобы он покупал тебе самый лучший табак. Но сегодня сделай, как я прошу тебя, пожалуйста. Весь свой табак собери и погрузи в Гангу и молись Кришне, чтобы он помог тебе, и ты увидишь, как ты легко бросишь курить. Можете вы также сделать? It is the rules that whatever object you are thinking about. Правило таково, что то, о чем вы думаете, вы испытываете влечение к нему, к этому объекту. Если вы о своей слабости расскажете Кришне, то есть вы откроете это перед Кришной и попросите вас избавить от этой привязанности. Вручите эту негативную привязанность к Кришне, он избавит вас от нее. Что важно слушать от самоосознавшей себя души. Просто чтение книг не сможет нам помочь так, как чистый преданный. All sense of you collect all the object of enjoyment. So naturally, the mother of Kupiji spoke same thing. So this way, Bhagavan speaking, if you go on fighting in matter for infinity pure. Итак, Майя предлагает нам невероятное разнообразие объектов для чистых наслаждений. Но Капилджи Махарадж объясняет, что погоня за ними приведет вас в отчаяние. Вы просто растратите свою жизненную силу и время. Вспомните пример с лебедем, с его уникальной способностью отсоединять молоко от воды. То есть смысл существования в материальном мире не в борьбе с материей, а в том, чтобы задействовать ее в преданном служении. Махапрабху прекрасно знал, что обусловленная душа не имеет возможности, не имеет силы выйти из-под влияния майя.
Мы все время, мы то спим, то занимаемся ерундой. Поэтому Махапрабху говорит, что мы должны безостановочно... То есть Махапрабху говорит, точнее, по милости Нитьянанды и Гауранги мы можем преодолеть влияние Майи. Иначе почему бы народ Андастакор написал эти строки? Пойте киртаны и молитесь. Когда Нитьянанда прольет свою милость, чтобы я, когда я перестану чувствовать влечение к материи, когда мой ум выйдет из-под влияния трех гун материальной природы, то есть из-под влияния материи. Материя — это производная трех гун материальной природы. Народ Амдастакор пишет, когда мой ум полностью освободится от вируса материи, полностью избавится от бактерий и вирусов материи. В таком состоянии он полностью займется Харибаджаном. Прабхупад не раз повторял, что в обусловленном состоянии, когда в нашем сердце анартхи, мы не способны совершать настоящий Харибаджан. Итак, Кришна заключает, если ты станешь сражаться с материей, ты не достигнешь успеха. Существует определенный процесс. Материя и читта с незапамятных времен связаны друг с другом. Долгое-долгое время. Таким образом, у атмы появилась хроническая болезнь. Однако это два совершенно разные понятия. Материя и сознание, душа. Кришна дает нам четкий процесс. Всегда думайте обо мне. Всегда думайте о том, как удовлетворить меня. Уддава говорит, ты так долго говорил о разных, то есть ты много сказал о различных процессах. Теперь ты перешел к бхакти. Если кто-то спросит вас, что означает, каково, то есть о чем говорится в Бхагаватам вкратце? Для чего вы слушали? Прабхупад говорит, день за днем вы заняты преодолением майя. Но что, задумывается ли кто-то, что будет после того, как майя будет преодолена? Итак, мы должны вновь и вновь думать. Я знаю, что вы, когда вы слушаете, потом забываете. Но если вы будете вновь и вновь вспоминать, то есть как бы пережевывая, это останется в вашем сердце. Жуйте, жуйте, жуйте то, что вы получаете, и в вашем сердце проявятся плоды этого.